канули в лету и громоздкие огнетушители. Угу. На их место пришли облегченные баллоны потушить вот пожар, которыми вот может даже малыш. Так, ну-ка покажи нам. Не общается. Майнера подборка! Новая подборка смешных видео от нашей мамы. Вы готовы? Да. Вы готовы? Короче, да. Да. Я думаю, все прекрасно знают правила. Смотрим как смешные смотри, видео. Вы готовы, дети? Да! Я не слышу! Да! Все смотрим с вами вместе смешные видео. Может быть, какие-то будут не очень смешные. Суть не в этом. Суть в том, что вам нужно не засмеяться. И нам нужно не засмеяться. Димон смеется, я смеюсь. Мы считаем, сколько раз мы засмеялись. В конце показываем результат. Вы считаете, сколько вы смеетесь. А вы считаете, сколько вы смеетесь. И пишите в комментариях. Обязательно пишите, я засмеялся столько и как раз. Как всегда, если вы не напишете, то вас укусит Люська. Люська, наш рыжий кот вас придет и прям вот покромсает, если вы не напишите, сколько раз и мы вам, засмеялись. И вам, к примеру, еще ногу отрежет. Что сделает? Много требует. Офигеть. Короче, лучше напишите, сколько раз вы засмеялись. Все? А, ну и да, не забываю напоминать, что если вдруг видео шло-шло-шло, потом прервалось и где-то вырезаны куски, и вдруг счет был 5-0, а потом раз сразу стал 8-0, имейте в виду, что это мы просто вырезали видео те, на которые подали жалобу авторские права, да? Да. Так что, все, поехали. Да. Первое видео. Поехали. И опять котики в нашей подборке первые. О, что-то нервничает. На. Такая вообще. Ты за что его трогаешь? Он просто рядом лежит. Смотри, какая. Когда не успел подготовиться к лету. Ну ладно. Так, что? Селфи. Ага, ребенок. Что-то с ребенком будет по-любому. Нормально ему прилетело. Так, лайф. Пойдет. Ну-ка, я еще раз, ну-ка, давай. Сам момент. Можно я посмотрю, как он? Тач. Ой, страшно. Не хочет купаться. Не пойду я. Давай. Холодная вода, я не пойду. Иду. Давай, ныряй. Блин, хаски вроде любят купать. Это же хаски? Да. О, ты видел зацоцоп. Блин, я засмеялся, нет? Мелкий там видел, как зацоцоп? Вау! Ему показывают, смотри, не бойся. Да. Нет, он не хочет. Он же так больше. О, поплыл. Красавчик. Да. А, он же уже купался, видишь? Ну, что делать, он так боится. Я могу нюхать собственные пуки всю ночь. Так я могу нюхать собственные пуки всю ночь. Смотри, в конце руки. Пуч? Понг, отключился. Я могу нюхать собственные пуки всю ночь. Чем дольше смотришь, тем смешнее. Так, все. Я могу нюхать собственные поехали пуки дальше. Всю... Старший брат. Че они там, пирамиду строят? Оо, тапочек полетел. Очень точно. Ты опять заржал. Хорошо, что у тебя нет старшего брата. Или плохо. Давай дальше. Опа, пресс. Миньончики, смотри. Каска. Он вообще дурак, что ли? Че у него с головой? Там, смотри, пресс. Тихо. Каску, панч! А, смотри голову. To be continued. Ты уже сколько раз засмеялся? Миллиард. Ага, короче, я даю тебе, что ты засмеешься 12 раз. А ты 25. 25? Да. Ну ты мне уже проигрываешь, какие 25? Ну ладно. Короче, я сказал, что Димон засмеется 18 раз. Напишите, сколько раз он засмеется. Опа. Опа-опа. О, сейчас хавает, смотри, в полете. Ням. Ты понял? Я думал, он ее сожрет реально, смотри. Такой красавчик, и в конце. Это фиаско. Это, наверное, уже все видели.
И в итоге... Глу-глу! Не Google, а глу-глу. О, динь-динь-динь-динь-динь. А! Давай заблюрим это! Нет, мы не будем это блюрить. Колокольчики звенят. Смотри. Давай сейчас, смотри. Вот сейчас, смотри. Ну-ка. Нет, лучше это... Саундтрек. Все. Нет, лучше заблюрим, да? Заблюрим, да. Ладно, нет, блюрить мы ничего не будем. Поехали. 3, 2, 1. Любимая тема Димона опять. Ему поражение. Поехали дальше. Es un día especial, muy especial en este... Ты хорош ржать. Es un día especial, muy especial en este... У тебя такая рожа была, такая... Я не надеюсь, смеюсь, я над тобой смеюсь. Так, Димону засчитываем. Ну, а ладно, давай, почему я смеюсь? Почему? А, ты надо мной смеялся? Да, ты так. Все, ладно, поехали дальше. Готов? Да. Соберись. Да! Давай. Да! Да, неудачник. Да, весело. О. Let's go! Во! Нифига! Бум! Блин, я бы тоже хотел на такой штуке прокатиться. А ну слушай сейчас, слушай моё сейчас, моя версия. Слушай сейчас, моя версия. Какая версия? Прикольно, да? Да. Все, ладно, поехали. Да. А, дерево пилят, я это видел. У нас, по-моему, уже это было, нет? Нет. Смотри, смотри, смотри. О, на толпу. Бежим! Капец. Вот реально повезло, что никого не зашибло. Смотри, там чуваки побежали вперед, прям вот между ними, смотри. Смотри, упало. Капец, такое дерево. Я думал, ты сказал между ног. Нет, между ними. Смотри, суть в чем, видишь дерево? Они его хотят спилить, оно должно упасть вот прямо сюда. Там сидит толпа народу. И это дерево, они как бы рассчитали так, что оно упадет прямо, не на толпу. Толпа хочет посмотреть, как его спилят. Но, когда они его подпилили, дерево начало падать прямо на толпу. И все начали разбегаться. А на самом деле, к дереву была привязана, видимо, веревка, которая защищала, чтобы оно не упало на толпу. И смотрите, дерево в последний момент выпрямляется. А чуваки побежали вперед, и, короче, их чуть не придавило, смотри еще раз. Видишь, смотри, оно падает на толпу, потом оно чуть-чуть, видишь, цепляется, и его выруливает, и бам, между чуваками. Вот это опасно было, реально, блин. Да. Ладно. Вкусно. Там было слишком много какао. Да. Ну, наверное, вкусно. Да. Главный страх детства. О, сейчас петух, наверное, будет. О, да, это действительно страшно. О, там был, там было вот это. Ну, повторять-то не обязательно. Нет, я просто, я специально, чтобы заплюрили. Ну, понятно. Но суть в том, что в детстве реально было страшно, что петух тебя заклюет. Блин, я тоже боялся. Я тоже. Ну что, поехали дальше? Как нарисовать руку, да, смотри? Чик-чик-чик-чик, очень просто. Она примерно как я точно так же рисую. Кажется, сейчас нарисую легко. Да. А знаешь, откуда эта музыка? Откуда? Из мир юрского периода. Да? Да. Может быть, я что-то так даже... Так это мемная немножечко. Да. На самом деле она другая. Ну нет, ну понятно, что на гармошке ее сыграли по-другому. Ладно, поехали, следующее. Что-то как-то нас прям не пробивают эти давай. Видео. Давай. Ты давай не ори на меня. Поехали. Давай. 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 Как в Гамбле, помнишь? Давай. 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 Тот увидел, короче, смотался, смотри, этот не... Да ну нафиг! Да. Да. Тот, смотри, такой спалил. Это, видимо, какой-то главарик или чё. А этот лежит такой, чё он убежал? Испугался меня, что ли? О, чувак! Беги! Да, сейчас получит. Да.
Ну что она ушла? Мне смешно и над этим, и над твоим лицом. Знаешь, я второй раз уже не сделаю такое лицо. А знаешь, какое-то вот так? Ну реально она... Жесть, ушла. Ой, бедная, бедная. What? Помнишь, раньше было такое видео? Да. О, смотри. О, хищник. Блин, какой жук. На. Кстати, кошка тоже один в один на Люсю, да, похожа? Смотри, какая. Такие глаза светятся вообще. И там еще один вон. Ну, я вижу. Фу, у меня аж прям мурашки по коже. Офигеть, такой тараканище залетит, жук. И смотри лучше. Да, вообще жесть. Смотри лучше в камеру. Фу. О, я знаю это видео, смотри. Смотри. Somebody wants me. А, такой чувак. Смотри сейчас. А, жесть. Мне это не смешно, потому что я это увидел. Такой охотный. Какой-то несуразный паренек. Да я понял. Ну реально похоже на оригинал. Ну как ты? Смотри. Оу! Это хорек! Такой крик! Я не могу. А, жесть. Канули в лету и громоздкие огнетушители. На их место пришли облегченные баллоны потушить пожар, которыми может даже малыш. Так, ну-ка покажи нам. Не общается. Наушники выдрал. Давай, поехали дальше. Все, тихо. Так, это было последнее видео. Ждем ваших результатов. Срочно пишите в комментариях, сколько раз засмеялись вы. Если честно, я засмеялся вот столько. Это если честно. А если честно, то я засмеялся вот столько. Короче, напишите, пожалуйста, нам еще в комментариях, помимо того, сколько раз засмеялись вы, какой из видеороликов был самый смешной. И мы таким образом поймем, какие нужно ролики подбирать, чтобы делать новые видео, да, новые подборки. Попросим маму, чтобы она делала новые подборки. Все, ждем вас на канале Рыжий Кот Геймс. Ну что, всем пока. Подожди, прежде чем пока, надо сказать. Ну а на этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот? А обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Все, всем пока. Геймс.